Привет, Алиса. Алиса, скажи анекдот. Главный вопрос математики, а не все ли равно? Алиса, расскажи анекдот. Почему кошки видят в темноте? Они не достают до выключателя. Алиса, расскажи анекдот. Вот у меня нет собственной бани. И ничего, не парюсь. Смешно. Ха, смех продлевает жизнь. Надеюсь. Расскажи анекдот. Кощей бессмертный решил прогуляться по лесу. А хрипли три кукушки. Вот тоже смешно. Тебе кукушек не жалко? Ну, спасибо, спасибо. Алиса, расскажи анекдот. Работник мясокомбината пытался вынести со склада продукцию, но был пойман с потрохами. Тебе анекдоты КВНщики пишут? Ну, можно и так сказать. Алиса, расскажи анекдот. Когда отец случайно проглотил флешку, дети стали называть его папка с файлами. Мне нравится этот анекдот. Да, очень нравится. Ну все, ладно, пока. Успехов вам!